будем делать чебуреки. Идеальное тесто для чебуреков. Нам надо 1 стакан воды. 70 градусов вода у нас должна быть. Чайная ложечка без горки соли. И насыпаем муку. Немножко. Все это мы перемешиваем. Добавляем сюда же 1 столовую ложку уксуса. Все перемешивается. Однородную массу. Теперь сюда мы добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Добавляем муку. И все приводим в однородную массу. Перемешиваем тщательно и хорошо. Уже получается у нас такое эластичное тесто. Вытаскиваем с чашечки. И прям хорошо, хорошо мы его будем вымешивать. Вымешиваем до тех пор, пока тесто не будет просить у нас больше муки. Видите, оно не прилипает к столу, не прилипает к рукам. Тесто получилось идеальное. Убираем тесто в пакетик. И начинаем делать нашу начинку для чебуреков. Для начинки я взяла 300 грамм смешанного фарша, говядина со свининой, соль, перец по желанию, 3 мелко порезанные луковицы и буквально 100 грамм шпината. Обжарили лук до золотистого цвета. Высыпаем сюда шпинат. И все хорошо перемешиваем. Высыпаем сюда остывший шпинат с луком. Хорошо перемешиваем. Все. Вот такая вот у нас получилась ароматная начинка для наших чебуреков. Начинаем лепить. Делим тесто на порционные кусочки. Примерно по 1,5 сантиметра у меня будут такие. Раскатываем тесто. Оно должно быть у нас тоненькое. Формируем кружочек. Если вы видите, муки у меня больше на столе нету. Потому что тесто превосходное, которое не липнет ни к столу, ни к рукам. С помощью ложки мы разравниваем наш фарш, начинку на половинку теста. Просто загибаем вторую часть. И с помощью самой простой вилки склеиваем миксы. Все, наш чебуречек готов. Ну, такой вот у нас получается чебурек. Красота. Раскаленное масло. Начинаем опускать наши чебуреки.
Смотрите, какие у нас красивые выходят. Просто красота. Горячие и хрустящие. Вот такая у нас вкуснотища получилась. Пузырчатые, пропеченные, хрустящие наши домашние чебуреки. Все, дорогие мои, оставляйте комментарии, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. С вами была я, Иринка. До новых встреч!